Всем доброго времени суток! И в этот замечательный день, 26 января, мне исполняется 13 лет. Ну и сегодня же будут ответы на ваши вопросы под видео с благодарностью за 200 подписчиков. Начнем с вопросов от канала Доминика Ко. Вопрос первый. Что планируешь снимать дальше, кроме спидпейнта, естественно? Я планирую снимать дальше анимации, меме, конечно же, только анимированные и не слайд-шоу. Ну и свой проект. Но пока что этот самый проект только на написании сценария. Вопрос второй. Ты самоучка или ходишь в художку? Я самоучка. В художку я не хожу, хотя я планировала пойти. Я просто получше подумала и решила не ходить в художку чисто потому, что там только и исключительно живопись и академизм. Вопрос третий. Расскажи больше о своей вселенной. Нет. А потому что я не хочу спойлерить до выхода пилота. На этом все вопросы от канала Доминика Ко. Следующие вопросы от канала Юкич Уву. Вопрос первый. Как ты научилась так рисовать? Научилась? Чисто потому, что мне очень сильно нравится рисование, и я стремлюсь к большему. Вопрос второй. Как ты относишься к меме в гаче? А смотря какие меме. Если это слайд-шоу и с отштампованным сюжетом, то просто ужасно отношусь. Потому что подобных меме на гачитубе, ну, очень много. А если анимационные, неважно какая анимация, покадровая, твининговая, это уже мое почтение. Вопрос третий. Почему решила создать сервер в Дискорде именно на 200 подписчиков, а не на 500 и больше? Честно говоря, я не знаю. Я даже не помню, почему именно на 200 подписчиков. Видимо, мне просто захотелось так сделать, и я это сделала. Но, опять же, я уже не помню, какова моя была мотивация делать Дискорд-сервер именно на 200 подписчиков. Вопрос четвертый. Смотришь аниме? Сейчас нет, а раньше да. Раньше я смотрела полностью только одно аниме «Синий экзорцист». Остальные аниме я только смотрела по одной-две серии. Дальше мне просто надоедало. Последний, пятый вопрос. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Хочу стать веб-дизайнером и заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Рисовать на заказ, вести YouTube-канал. Возможно, заниматься еще фотографией. На этом все вопросы от канала Юки Чуву. Следующие вопросы от канала Сорвент. Вопрос первый. Сколько тебе лет? Мне было 12 лет, сейчас уже 13. Можно спидпейнт или он платный? Так и нет. Да и кто заказывает спидпейнты? Заказываются арты и обработки, но не спидпейнты. Да, я тебя огорчу. Заказать смогут те, у кого есть 100 подписчиков. Вопрос третий. Ты любишь покушать? А смотря что покушать. Вопрос четвертый. Ты ходила в художку или сама училась? На этот вопрос я уже дала ответ в самом начале. Ну и по просьбе передаю привет каналу Сорвент. Следующий вопрос от канала Коприлс Фьюн. Вопрос первый. Ты рисуешь на компьютере с помощью графического планшета или рисуешь без него? Вопрос второй. И когда ты получила свой графический планшет? Я свой графический планшет получила на прошлый день рождения, когда мне исполнилось 12 лет. На этом все вопросы. Ну, а на этом все. Всем до встречи и пока.